Поют, танцуют, занимаются спортом. Сегодня просторы интернета пестрят самыми разнообразными роликами, в которых народ делится опытом проведения своего досуга в условиях самоизоляции. Быть на одной волне со звездами шоу-бизнеса и модными блогерами решили в Харцизском территориальном центре. Сегодня учреждение работает в дистанционном режиме, и для своих подопечных категории 65+, здесь записывают видеоуроки по суставной гимнастике. Идею записать видеоурок для своих подопечных работники Харцизского территориального центра подсмотрели в интернете. Режим дистанционной работы, считают здесь, вовсе не повод отменять привычные занятия. Наоборот, самоизоляция – самое подходящее время для гимнастических тренировок, пусть и в несколько непривычном формате. В условиях, когда территориальный центр работает в дистанционном режиме, мы не можем останавливать работу, поэтому предложили сегодня видеоурок для людей старше 60 лет по проведению утренней гимнастики. Утреннюю гимнастику по утрам игнорировать не нужно. Это заряд бодрости, это необходимое хорошее настроение, это ликвидация страха, стресса. Утренняя зарядка в территориальном центре впервые появилась 3 года назад. Она сразу же пришлась по душе подопечным терцентра. Благодаря регулярным занятиям суставной гимнастикой, люди старшего поколения дольше сохраняют гибкость своего тела, подвижность суставов, эластичность связок и сухожилий. Все упражнения выполняются плавно, без рывков, в комфортном для немолодых людей режиме. Гимнастика для позвоночника, для того, чтобы полноценно жить и двигаться, необходимо, чтобы позвоночник сохранял свою подвижность как можно дольше. Разрабатываем плечевые суставы, тазобедренные, коленные, ну и саму спину. Движение, как известно, жизнь, а провести самоизоляцию с пользой для души и тела в движении, оказывается, можно, подписавшись на страницу Харцизского территориального центра ВКонтакте. Здесь уже появился первый отснятый видеоурок. Остается только добавить, что мероприятие организовано в рамках реализации проекта «Возраст без границ» общественного движения «Донецкая республика».